Так, друзья, добрый день снова. С вами Фамильный Капитал. Сегодня мы с вами хотим посмотреть такой лот, который мы уже, в принципе, продавали. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы понять, насколько стабилен спрос на одинаковые вещи. А если вы помните, где-то примерно недели две назад мы с вами продавали самовар. Так вот, сегодня к нам принесли точно такой же самовар, и мы хотим проверить, насколько стабилен спрос. Вот. Такой вот самовар у нас есть. Он немного в лучшем качестве, чем тот, который был у нас в прошлый раз. Значит, у него больше элементов целых. Из него, в общем-то, пили чай только один раз. Значит, и сейчас мы точно так же выставляем его на нашем аукционе и попытаемся получить примерно ту же самую цену, которую мы взяли в прошлый раз. Следите за нами. Фамильный Капитал проводит вот такие эксперименты для вас. Для себя нам тоже все это интересно. Будьте с нами. Спасибо. Всем привет.